Эй, всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и у меня для вас история. Однажды, блядь, сисадмин какой-то... Да что же у меня с глазом? Постоянно какая-то херня происходит с глазом. Однажды сисадмин, короче, очень сильно напоролся. Эту игру мне посоветовали подписчики. И, короче говоря, ему надо добраться куда-то! Нет, стой! Стой, 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 чувак, бухай, бухай свою бухашку, и молодец. Так, нам надо спуститься на лифте, я так понимаю, вниз. Окей, поехали. Оу! Так, это... А как открыть дверь? Эй, пустите меня в лифт! Остановите! Отлично, есть, все хорошо. Так, еще одна бухашка. А, давайте возьмем еще бухашки. Нет, нет, давай, чувак, стак. Ай, блядь, нет, руки отца! Меня чуть-чуть убило, но это не беда. Хорошо. Убила дебила. Так, заходим в лифт. Да подожди! А, у меня еще жизнь есть, у меня есть 90 хп. Окей, ла. Ой, ебаный курсор, извините. Извиняюсь. Выходим. Выходим. На, это наша станция. Хорошо, так, спокойно. Чекпоинт! Оу! А! Он восстанавливается, бухая бухашку. Ай! Ай, чувак! Что ж тебя так коробит-то? Он восстанавливается, бухая бухашку. Это, короче, очень классно. Ну хорошо, давай, поехали. За нами приехал гражданин лифт! Ух, успел, успел, пронесло. Так, хорошо. Выходим. Это станция наша, товарищ сисадмин, выходи. Окей. Вываливаем, вываливаем с работы. Ну, это обычное состояние любого сисадмина. Сисадмины, они такие люди, что... Нет! Стой! Подожди! Ха-ха-ха-ха! Еблососы все разбил себе. Ну как же так-то, чувак? 20 хп еблососов у нас снесло. Ничего хорошего. Так, don't hurry. Тихо, не торопись. Я не собирался торопиться. Спокойно. Спокойно. Тихо. Правая нога. Левая нога. Ебальник. Ай! Ай, подожди. Больно. Бухаем. Бухаем прямо на ходу. Отлично. Стой, 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 стой. Прыгаем. Вах, блядь, нет! Он еще жив. Он еще жив. А па 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 кайфейс. Здесь, кстати, музыка играет, но, естественно, не будет, потому что это же Леди Гага. А Леди Гага это страйк. Это такая хуйня опасная, называется страйк от Ютуба. Хорошо. А сисадмин живет у нас в канализации, что ли? Я не пойму ничего. А, нет, здесь бухашка. Хорошо. Чекпоинт. Это секретная ария. Ты представляешь, мы нашли секретную арею. И это просто классно, на самом деле. Оу, там смерть. Там смерть, это я понял. Но у нас здесь был чекпоинт, поэтому нам ничего не страшно. Ну ладно, чекпоинт так чекпоинт, это не страшно. Я по... Ой, блин! Тройной перелом позвоночника. Ой, плохо. Это не есть хорошо, чувак. Ну ты умер уже, давай. Ну, вставай. Unconsensus нажать. Рестарт. Нет, только... А, все, я уж думал с самого начала. Так, аккуратненько, это лунная походка Майкла Джексона. Внимательно учите движения, запоминайте, кадрите телок или пацанов. Заходим. Ай, ой. Оп, это... Да. Есть, я... Блядь, я же почти пришел. Вот, все, хорош. Почему он не может развернуться, скажите мне? Туда тебе надо идти. Туда, чувак, туда, понимаешь? Да не ходи ты задом-то, давай разбегайся. Есть! Давай, залази, залази, друган, залази! Залази! Блядь, это было больно. А там нас ждет смерть. Подождите-ка. Это был кусок Лебединого озера в моем исполнении. Так, ну хорошо. В этом ничего хорошего. Ну, если мы бухнем бухашки, он, может быть, его развернет, я не знаю. Там... Ах, нет! Нет! Восстанавливаю! Хорошо. Давай с самого начала. А однажды сисадмин провел свой день с работой в сервере. Много сигар было выкурено и пиво выпито, но день закончен, и сисадмин идет домой. Ты издеваешься, что ли? Нет? Эй, а чё это такое 5x? Это матрица, чуваки! Это матрица, а это 2x ускорение. Да он никак не хочет туда, вот как ни крути, он туда не хочет попасть.
Нет, он не работает. 1x, окей, поставим как положено. Как его перевернуть, я не пойму. Да что ты, блядь, взрываешься? Это там гороха, что ли, с пивом еще накидывал. Херач, что он взрывается. Не, он почему-то... Он не хочет даже ломаться. Ну, хорошо. Ух! Нет, подождите-ка. А как мне в меню-то зайти, чтобы заново все начать? Вот, рестарт. Окей. Ну, так будет лучше. Скип. Ну, наконец-то. Так, чекпоинты. Чекпоинт мы берем. Спокойно. Выпиваем бухашку. Голову аккуратней, чувак. Осторожней с головой. Блять, и все-таки он умудрился сломать себе голову об угол. Ну, не дурак, нет. Хорошо, придется взять бухашку. Придется взять бухашку, успеть ее выпить. Ах, блять. Да бухашка нормально устанавливает любое здоровье. Это она прибавляет смелости, прибавляет обаяния. Неебически классно учит вас танцевать. Это проверено на личном опыте. И серьезно говорю, если вы бухарезите, то вы автоматически становитесь чемпионом мира по парному слалому среди спортсменов-танцовщиков и прочей херотеи, я вам серьезно говорю. Мы не будем больше спускаться вниз, мы попробуем как-нибудь перепрыгнуть. Давай, вываливай. Тара-та-тара. Так, а он опять почему-то не идет задом. Как его перевернуть-то? Не, он все равно идет задом. Сучий потрох. Упади. Оп. Ну иди вперед. Так, аккуратненько, все, спускаемся. Ножка правая пошла, ножка левая пошла. Ножка тихо. Ой! Да я просто мастер ходить по порогам, я вам серьезно говорю. Don't hurry. Тихо. А то, говорит, похари. Don't hurry, а то похари. Я, естественно, прислушаюсь этого совета. Нет, ноги. Главное беречь ноги, это самое главное в этой игре. Отлично. Бухарешка. Красавчик. В какую сторону идет? Вот в эту. Ух! Ха-ха-ха! Блять, ребра! Нет! Ой, голова! Ребра! Ему было больно. Я вам серьезно говорю, вы хоть раз пробовали, блять, ребрами падать на острый угол? Спокойно! Голова! А у нас там бухашка, если она восстановит нам все наши потраченные здоровье. Хиты. Тихо. Оп! Это хорошо, это красиво, это, блять, по-нашему. Это называется «Добрый вечер, мадемуазель!» А вот и я. Стапы. О, ну и да, ковбойки как заряжает. Это просто мужик. Это мужик. Давай. Есть! Вставай! Да куда ты падаешь, скотобаза, ты проклятая? Зачем ты падаешь вниз? Тебе надо перепрыгивать. Ой, просто скачусь по порогам. Это санно-бобслейная трасса сочинская, новая, кстати, приготовленная совсем недавно. Ну, естественно, Олимпиада же идет. Там люди буквально так же точно делают свои мировые рекорды ставят. А эти перила, на их проверяют нагретость полозий, потому что если полозья будут чуть-чуть выше нормы, боб или скел или сан поедет быстрее и будет преимущество, а это плохо. Давай, разгоняйся. Есть! Блять, опять он сейчас... Нет, он не упадет. Хорош! Мужик! Так, чекпоинт. Бутылек. Хорош. Ой, бери бутылек-то. Машина. Это, блять, машина. Так, он немножко сейчас отдохнем. Подожди, чувак, стой, держи себя в норме. Блять, хорошо. Ай. Ой! А как перепрыгнуть тогда? Подождите-ка. Do accelerate before jumping. А, разогнаться надо. Окей, понял. Понял, давайте. Аккуратненько разгонимся. Эх, за батьку! Хорош! Нет, не падать! Не прокатило. Эх! Да! Не! Я умер, сука, я умер. А у меня чекпоинт здесь был. Точно. Так, разгоняемся. Давайте. Так, ну он взял бухашки, это уже хорошо. Восстановим силы немножечко. Давай, чувак, разгоняйся. Ух! Есть! Ха-ха-ха-ха! Только не ломайся. Бери бухашку, пей. О, а тут я не перепрыгну. Это бесполезно. Это, блядь, не по мне такие задания. Давай. Ух! А, почему не по мне? Все, блядь, по мне. Это просто гениально. Ах! Ах! Такой чувство, он ходит по батутам, по каким-то, блядь, а не по этим. Хорошо. Голову осторожней береги. Тихо. Спокойно, чуваки. Спокойно. Пиво наш лучший друг. Оп-оп-оп! Ааа! Жив!
Жив! Жив! Красавчик мой, жив! Да я доберусь, да вы чё? Да до дома это... Сапоги дорогу знают, как говорится. До дома на автомате любой человек может дойти. На то он и автомат у каждого человека есть, чтобы спокойно на нем дойти до дома. Окей. Чекпоинт. Опа. Еще одна бухашечка. Тихо. Давай. Да что ты? Чувак, подожди. Вот, все, спокойно, стопы. Немножечко назад отойдем назад, я сказал. Еще. А теперь разгоняемся и прыгаем. Ух! Давай! Ай, блядь! Нет, чувак, держи! Ой! Тройной перелом в районе мозгового спина. В районе спинного мозга, я имел в виду. Ну, вы поняли. В районе мозгового спина. Тоже неплохо. Да почему ты не хочешь запрыгнуть на машину-то, друган? Как так-то? Кто здесь поставил своих тачек, блядь, ебаных вечно доставит? До дома не дойдешь. Вставай. Ты еще... Вот это было, короче, просто по-геройски. Это было просто вообще по-мужски. Кто оставил пиво на дереве? Что это за дурачок? Нельзя пиво на дереве оставлять. А, беги, прыгай, беги. Окей. Оп, бегу, прыгаю, бегу, хорошо. Стой спокойно. Да, бля, успокойся. Оп. Есть, добрался. Вставай, ты можешь. Я верю в тебя, вставай. Вставай, да не в ту сторону встаю. Его порезало по рогам, нет. Оп, я еще жив. Вон бухашка валяется, тут много бухашки валяется, отлично. Это мы сейчас поправим здоровье, дойдем до дома в любом случае. Мы не можем оставить его на произвол судьбы. Спокойно, береги голову. Он двумя, смотри, что херачит, двумя бутылками прям управляется, красавчик, опа. Ух, вот это был прыжок. Это 5-0-5-0 называется. Тихо! Главное, позвоночник не сломать. Так, ну на спину это никому не больно падать, мы все прекрасно знаем. На спину, на живот. Главное не упасть криво и не сломать себе позвоночник. А так, в принципе, без проблем. Тем более, если бухашка нам лечит нашу кровь, Да стой, да спокойно. Все, давай, прыгай. Отлично. Так, тихо. Главное сейчас перепрыгнуть вон туда. Ух! Ах, красавчик, нет, не падай, вставай, дружище, вставай, встань, я прошу тебя, встань, ты можешь, я верю в тебя, встань. Нет, он сегодня не встанет, ты представляешь, он не встанет, хорошо, давайте-ка с чекпоинта рестартанем, так будет проще гораздо, во, отлично, ран, джамп, ух. Хорошо. Да опять ты за ногу зацепился, дебилоид. Хорошо. Еще разочек. Давайте. Ох, вот это приземление. Он с переломами. Это вот что вот это было? Это реально, это что, соревнование по синхронному батутированию, что ли? Что-то типа того. Я не понимаю. Ну-ка, давай. Есть! Хорошо, спокойно. Все. Держим себя в руках, запрыгиваем. Нет! Пизду. Ладно, давайте попробуем последний раз и хватит на этом, я чувствую. Давай, чувак, давай. Опа! Хорош! Добрались. Это мы с легкостью это проходим. Так, осталось вот здесь еще. С легкостью пройти! Да. Сука! Как так-то? Как? Он не должен был так падать. Я же его разгонял, все было хорошо. Давай. Давай, чувак, давай. Ух! Пей! Он воскресает, он буквально восстает из мертвых. Я вам серьезно говорю, ребята. Вы видали когда-нибудь такое? Нет, похожие занятия. Нет. Живи! Блять, голова! Все, спокойно. Спокойно, 20 хпшечек. Нет, рано прыгнул. Ты не настолько силен! Ай, нахуй! Ладно, ребятушки, давайте на этом мы закончим. Я чую, что до дома там еще километров 800, и живет он вообще в соседней области чужой страны. Ссылка на плейлист с остальными выносами сверху в аннотациях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте и на Твиттер подписывайтесь. И всем, ребятушки, пока! Нихуя тебе! We'll be right back.
Thank you.